даже переступит через собственную самооценку ради денежного приза. Прямо сейчас мы все увидим. Девушки, мы вас ждем! Ой, так. Ой, ой, ой-ой-ой. Ну на что смотришь, ты на что смотреть-то? Давайте знакомиться. Я очень красивая, яркая девушка. Я думаю, что моя прическа подчеркивает мою индивидуальность. Я очень позитивная, жизнерадостная и думаю, что смогу покорить весь мир. Я люблю себя, люблю людей, и они любят меня, думаю. Я застенчивая, скромна и наивна. Ну, тем самым привлекаю многих людей. Жизнерадостный, позитивный и целеустремленный человек. И я думаю, что 8 лет танцев дадут о себе знать. Я работаю моделью, и я человек настроения. Я могу быть очень необщительной, могу быть грустной. Такая необычная. Я вам расскажу, что в той комнате, за этим зеркалом, сейчас находятся трое мужчин. Просьба обыкновения, они не соображают на троих. Сегодня у них почетная миссия – оценить вас по достоинству и составить свой рейтинг привлекательности. Ваша задача – попробовать подумать за них и, возможно, посмотреть на себя их глазами. Если справитесь, тогда это хороший примет к деньгам. Знаете, я могу вам выдать небольшой секретик. Эти мужчины – музыканты. За то самое время, пока мы с вами знакомились, они наверняка сумели оценить каждую из вас по достоинству. Смотрели они сейчас на ваши лица и пытались понять, чье лицо достойно первого места, чье второго, третьего и так далее. Если правила вам понятны, тогда я объявляю наш отсчет. Первые 3 минуты пошли. Вот мне кажется, эта девушка слишком натуральная. И даже все ее какие-то достоинства, это кто у нас? Нет, а при этом очень видно, как она такая самовлюбленная. Да? Она губы надувает. Я не понимаю, зачем она надувает губы. Естественно, вот эта девочка очень хорошая. Очень хорошая. Она такая. Да, она все красивая. И в ней еще очень много детства такого, что, кстати, такой бэби-фейс, да, это очень круто. Да. Такая все, вошла в роль такая, она пошла, я крутая, типа, тёлка, все понятно. Девочки. Я не могу вас обрадовать, мне абсолютно нечем. У вас нет ни одного совпадения. О! Вот. Вот, смотри, смотри. Ну, вот это вот. Все-таки она получше вот это. В данный момент мальчики смотрят на вашу грудь и пытаются оценить ее по 5-бальной шкале. Здесь 2 груди, Снежана и Аня. Все, больше не вот грудь. Да, видно. Давай так просто. Есть, нет. Либо есть, либо нет. Хотя бы, да. Есть, нет. Первичные половые признаки. Да. Вот это хорошая грудь. Какая? Ну, Аня, да. Это плохая. Ну все. Юля как не смогла выбиться из фаворитов, так в принципе, мне кажется, ей в нашей компании не светит ничего. Какая грудь? Ты смотри, вот сними сейчас, мы морально. Сними сейчас все. Морально сними с нее лифчик. Я уже давно все, 1-2 снял. На первом конкурсе. Все прекрасно. Просто смотри, вот я почему говорю, если снять лифчик, оно там либо свалится куда-то там и уползет через 3 года, либо останется... Да нет, зачем вам через 3 года? Уползет оно лет через еще 5-7. Мне кажется, здесь уже поползло просто. Нет, в этом возрасте она либо есть, либо ее нет. Вот видите, ошиблись совсем на чуть-чуть. Девочки, я сейчас попрошу вас встать так, как вас расставили молодые люди. Ну что ж, красотки, не сходя с этого места, я объявляю 3-й конкурс. Давайте собьем мальчиков с толку. Они уже рассмотрели ваше лицо, вашу грудь. Давайте повернемся к ним спиной. Попа к попу. Ну, где тут? Почему она трясет? Тут все печально. Мне сразу грустно. Вот, смотри, да, отлично. Да. Ну, как, вы хотели орехов. Да, где здесь? Нет, орех у Джульетты, ты видел? Вот. Бывает грецкий орех, а бывает, знаешь, арахис. Арахиса не хочется. Вот, смотри. Ну, я и говорю, видишь, которая... Тут вообще ничего. Нету. Ну как? Ничего нет, потому что попа должна быть красивая, вот такая, краником. Понимаешь, попа должна быть красивая, а не доска. У вас уже 2 совпадения. 12 000 рублей только за этот конкурс. Итого общий счет 16 000 рублей.
Крошки, впереди у нас самый ответственный, заключительный, четвертый конкурс нашей программы. Прямо сейчас у мужчин будет сложная задача оценить вашу фигуру целиком. Чья фигура понравится им больше всего? Кого они поставят на первое место? А попробуйте-ка угадать сами. Тем более, что это грозит вам немалой суммы денег. Каждое совпадение – 8 тысяч рублей. О, хорошая у нее жопа вообще будет. Так это Аня. Да, понятно. Ну все, тогда вот так, что? Да. Все. Все, у Ани живот, вы видели? Какой у нее? Нормально, нормально. Что? Хорошенький у нее живот. У нее не должно быть там кубиков. Она хорошая крепушечка. Хорошая, такая, отличная. Прям мясистая. Ты чего вообще? Молодежь. Ты ничего не понимаешь. С скелетами, что ли, общаться привык? Надо Юрина посмотреть. Мне кажется, ты аккуратно сейчас начинаешь палиться, нет? Да, нет, ну поверьте, ну посмотри на нее, она мне сердце жмет. Влюблен, что ли? Нет. Ну ладно, ну давайте ее поднимем. Да ну какой, слушай, там водопад пройдет. И за этот конкурс вы не зарабатываете ничего. Да. У вас ни одного совпадения. Прямо сейчас в качестве небольшого бонуса у вас будет возможность понять, кто эти люди, которые оценили вас, и почему их рейтинг привлекательности выглядит вот именно так. Сейчас вы им все скажете. Не сдерживайте себя. Девочки, подойдите ко мне. Ну что ж, в правом углу ринга наши красотки, в левом углу ринга наше жюри. Девочки, встречайте! Группа Four Post, Дима Бигбаев, Дима Бист и Виджей Арчи. Здравствуйте, здравствуйте, молодые люди. Ну как, чувствуете разницу? Да, вживую лучше. Через стекло было не очень. Вы можете подойти поближе, я ручаюсь, они не кусаются. По крайней мере, не с первого раза. Артур, очень приятно. Молодец. Ты участвовала, прям молодца. Разберитесь с самооценкой Женечки, пожалуйста, очень надо. Ей? Женечке, очень надо. А что у тебя с самооценкой случилось? Так, вот это да. Вот у тебя самооценка, кстати, тоже все в полном порядке, это мы поняли. С вами была Лиза Сизелова. До встречи на очередной секс-битве. Пока. Да.